ТЭК. Уважаемые коллеги, сегодня мы говорим не только об Украине и России. Мы говорим о репутации нашей ассамблеи. Еще в апреле прошлого года ассамблея приняла решение о том, что если не будет сделано ничего для обращения вспять процессов, связанных с аннексией Крыма, и если ситуация не улучшится, то мы должны даже подумать и о отмене полномочий российской делегации. Сейчас пока об этом вообще никто не говорит. Мы говорим только о том, следует ли расширять их права, в частности, вернуть им право голоса. И мы должны подумать в этой связи о репутации нашей ассамблеи. За период, прошедший с апреля прошлого года, с момента принятия нами резолюции, ничего не улучшилось. Все лишь ухудшилось. Имело место не только аннексия Крыма, но и скрытые военные действия в Донбассе. Генеральный секретарь ОБСЕ сегодня заявлял, что оружие поступает из России. Имел место инцидент с людьми, погибшими в Боинге, который был сбит на территории Украины. В такой ситуации наши коллеги от России не проявляют терпения. Я считаю, что их нужно уважать как взрослых, ответственных членов парламента. Но до настоящего времени они не показали, что они хотят с нами дискутировать. Я говорю об этом с позиции гражданина Германии. У нас не было ни одного канцлера или министра иностранных дел, который поддерживал бы столь тесные отношения с российскими властями. Состоялись сотни телефонных звонков. Состоялись десятки встреч в разных форматах. Женевском, Нормандском, Минском. И каждый раз российская делегация отходила от того, что они обещали и что подписывалось. Ситуация ужасная. И я думаю, что вы, коллеги Российской Федерации, и вы, коллеги других стран, должны отвечать за то, что вы делаете. И если вы не будете отвечать за то, что вы делаете, мы будем как дети. Я не буду испытывать уважение к вам. Уважаемые коллеги от России, если вы хотите оставаться в этом составе делегации, первое, не угрожайте нас, не заявляйте, что вы уйдете, если мы не сделаем то, что вы хотите. Это первое. И второе. Да, мы приглашаем вас вернуться, но вы должны согласиться с тем, что право голоса будет вам возвращено в том случае, если вещи начнут меняться к лучшему.